Роспотребнадзор одобрил воду сразу на нескольких городских пляжах. Ведомство опубликовало новые результаты исследований воды в реках и водоемах области. Примечательно, что произошло это 2 августа, в день, после которого, говорят, уже не время купаться. Впрочем, пробы оказались хорошими на городском пляже в Кирове, Котельниче, Орлове. Также говорится о реке Малома и Кобра в Даровском районе. В списке положительных проб также фигурируют Лежнинское озеро, Акшубень и река Немда. А вот список рек и водоемов, в которых купаться Роспотреб не рекомендует, гораздо длиннее. В 6 водоемах, например, найдены органические соединения. Еще минимум в 10 превышены нормативы по микробиологии. Купаться в них Роспотребнадзор не рекомендует. С подробным перечнем изученных проб можно ознакомиться на официальном сайте управления. Специалисты отчитались также о том, что всего изучили качество воды в 34 водоемах области.